На один день брестские спортсмены оставили тренировки и спортивные залы для того, чтобы помочь сохранить удивительно чистую, неповторимую белорусскую природу. Акция «Посади свое дерево» объединила всех тех, кто искренне беспокоится за состояние окружающей среды и хочет внести свой личный вклад в одно большое важное дело. Все спортсмены должны любить ту страну, которую они прославляют, должны ей гордиться. Поэтому вот сегодня вместе здесь все и маленькие спортсмены, те, которые только начали тренироваться, и именитые спортсмены, участники Олимпийских игр различных лет, тренеры, которые готовили, вели этих спортсменов к Олимпийским играм, руководители, ветераны спорта. Акция «Посади свое дерево» прошла в третий раз. Только в прошлом году она объединила в своих рядах не одну сотню неравнодушных белорусов. В 2017-м проект не потерял своей популярности. И даже наоборот, объединил еще большее количество инициативных берестейцев. В этом году они высадили на площадях лесхоза саженцы дубов и елей. Наверное, вот то, что сегодня мы здесь делаем, это, конечно, большое дело в плане восстановления природных ресурсов, в плане восстановления вообще в целом природы. Думаю, что сегодня вот те юные спортсмены, спортсмены-олимпийцы, ветераны внесут достойный вклад в то, чтобы пополнить наше богатство, А лес – это наше богатство, богатство нашей страны, об этом говорит и Александр Григорьевич Лукашенко. Это мы сами знаем, потому что вот в таком прекрасном месте, в не в дождливую погоду, работается с охоткой. И думаю, что вот то, что мы посадили сегодня, наши поколения уже будут здесь грибы собирать, наверное, так можно сказать. Мероприятие получилось знаковым. Именитые спортсмены трудились на делянке вместе со своими преемниками, начинающими звездочками брестской легкой атлетики, конного спорта. Специалисты лесхоза заверили, через несколько десятков лет это место станет в буквальном смысле достопримечательностью, а из маленьких саженцев вырастут настоящие большие деревья.